Привет, вы на канале Ани Газет, меня зовут Аня, и сегодня я получила очередной свой заказ с сайта Озон. Мне очень понравилось делать там заказы, я делаю, как правило, на 1000 рублей, для того, чтобы была бесплатная доставка. Забираю я в пунктах самовывоза, мне это удобно, недалеко от дома, пошла, забрала, и все, 5 минут дел. Вот, на этот раз я получила 3 вот такие вот коробочки. У меня было 2 отправления, которые я получила сегодня. И второе отправление должно было тоже прийти сегодня, но вот в последний момент я получила сообщение, что доставка откладывается до 18 числа, то есть через 2 дня только получу, поэтому пошла сегодня, забрала только 3 вот эти коробочки. Заказ у меня простой, ничего особенного, но думаю, что многим будет интересно посмотреть. Сейчас я открою, начну с самой маленькой коробочки. Заказывала для себя, для души, для детей кое-что. Вот. Кстати, для мужа тоже сделала заказ, но он придет 18-го. Еще не пришел, так что в следующий раз вам покажу. Упаковывать всегда все хорошо, мне нравится. Смотрите, все запаковано. А здесь 2 таких вот кремика у меня. Я заказала. Это белорусская косметика Vitex. Первый крем питательный, крем алоэ для лица, восстановление упругой, защиты от морщин. И второй увлажняющий алоэ крем для лица, матирование, сужение пор. Вот такие 2 кремушка. Цены я подпишу вот здесь вам. Уже не помню. Какие цены? Здесь ничего не написано. Хотя в одной из коробок, по-моему, должны быть указаны цены. В общем, не важно. Вот. Вот эти 2 крема сейчас посмотрю. Такой. Ну, здесь все зафольгировано. Пахнет, кстати, алоэ. Так. Далее, следующая коробочка. Коробочка побольше. Я уже подозреваю, что там. Что там? Так. Примерно я так себе это и представляла. Здесь вот такая вот большая коробка чая Greenfield. Большая здоровая карабень. Это просто черный чай. 100 пакетов здесь. Цена была, на мой взгляд, выгодная, акционная, поэтому я решила заказать. Мне нужно было что-то добрать до 1000 рублей. И я думала, чтобы такого заказать, чтобы было для всех. Дети у меня любят чай пить, муж тоже, поэтому вот для них заказала. Чай, я чай редко пью, поэтому больше для детей, для мужа. Так, чай Greenfield. И еще одна коробочка, вот такая, тоже знаю уже, что здесь. Кое-что для меня и кое-что для детей. Понравилось мне делать такие заказы. В прошлый раз я тоже себе заказывала книги. Вот. И в этот раз тоже решила заказать. Первая книга — это для детей, вернее, пока что для старшего сына, а потом уже будет для младшего. Ему дали на лето читать список книг, в которых было «Приключение Тома Сойера». Вот. И я сначала хотела взять у кого-нибудь почитать, но потом решила, что я закажу. Такая книга должна быть в доме, где есть дети. Она интересная, тем более пригодится старшему сыну, и затем уже младшему сыну тоже она будет нужна, поэтому я решила заказать вот эту книгу, чтобы он читал. Так, следующую книгу тоже я заказала для сына, но и для себя тоже.
она тоже была в списке литературы на лето. Вот удивительно, правда. Но вот я решила тоже заказать, потому что я давно о ней мечтала, давно хочу ее почитать. Как-то я, не знаю, в юношестве пробовала, потом вот еще несколько лет назад пробовала ее читать, но как-то не осилила. Но сейчас я думаю, что я ее осилю все-таки прочесть. Это «Гомер. Одиссея». Мне нравится фильм с детства, я люблю смотреть. И взяла вот эту книгу тоже. Тем более она такая красивая, украсит нашу библиотеку. И такая же красивая книга, еще одна. Я ее заказала тоже для себя, но думаю, что дети подрастут мои, и им тоже будет интересно читать такие книги. Это Жюль Верн «20 тысяч лье под водой». В прошлый раз я с Озона заказывала вот такую книгу Жюль Верн «В мягком переплете». Это «Путешествие к центру Земли». Я ее прочла, мне очень понравилось. И решила вот заказать. Была по акции на Озоне в твердом переплете вот эта книга. И я ее взяла. Вот, собираю такую домашнюю библиотеку с интересных, красивых, хороших книг. Вот. Такие вот у меня были посылочки на сегодня. Следующую посылку, которую я получу через 2 дня, я вам покажу, скорее всего, где-нибудь во влоге. Вот. Потому что там один предмет только придет, и целое видео делать не хочется. Во влоге просто покажу. Пишите комментарии, что вы заказываете на Озоне. Мне будет очень интересно. Может быть, вы дадите какие-то интересные ссылки. Вот. Может быть, у вас есть какие-то секреты, как заказывать дешевле с Озона. Я пока что... У меня второй этот заказ. Опыт у меня небольшой. Я еще как бы не все, может быть, понимаю. Знаю, что бывают какие-то, как это говорится, забыла. В общем, когда вводите циферки там и дают вам скидку. Вот. Ну, не знаю, если вы знаете что-то об этом, пишите. Мне будет очень интересно, полезно. Я планирую в дальнейшем тоже делать с этого сайта заказы. Вот, так что пишите в комментариях. Также прошу вас поделиться этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Может быть, кому-то тоже будет интересно и полезно посмотреть мое видео. Ну, а если вы впервые на моем канале, прошу подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Сейчас я снимаю по большей части влоги. Иногда бывают обзоры косметики, обзоры покупок, обзоры посылок. Думаю, что каждый найдет какую-то тему по душе на моем канале. Я буду рада каждому из вас, так что подписывайтесь обязательно и смотрите мои видео. Я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной, посмотрели. Не забудьте поставить лайк мне в поддержку. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.